многие просят показать и задают вопросы, что такое в вагончике сделано, как устроено рабочее место. Давайте я вам сейчас все покажу. Сначала мы пройдем снаружи и посмотрим, что же есть что. Значит, вот это приточная вентиляция, там стоит клапан. Избыточное давление с теплым воздухом он выталкивает наружу. Тем самым образуется циркуляция воздуха, постоянное поступление свежего воздуха в вагончик. Вот здесь вот находится захват этого воздуха. Потом покажу, как он обустроен. Здесь же у нас стоит кондиционер с зимним пакетом и подогревом. То есть сплит-система. Вот так она закреплена. Давайте войдем вовнутрь и посмотрим, как там все устроено. Металлические двери. Вот одна металлическая дверь. Здесь вторая металлическая дверь с каркасом. Здесь сделана распределительная коробка на розетки, кондиционер, электросчетчик здесь стоит. Дополнительная розетка, если приезжает делать чип-тюнинг, чтобы можно было подключить зарядку. Если это лето, если это на улице. Если это зима, то это все делается вот в таких красивых боксах. Заходим вовнутрь. Здесь у нас кондиционер, сплит-система. То есть и на обогрев работает, и на охлаждение работает. Дальше проходим. Здесь у нас висит ультрафиолетовая лампа, которая обеззараживает воздух. Перед работой на час ее включаем. Вот она работает. Здесь показано количество часов работы лампы. 7600 часов еще она может работать. Здесь у нас расположены колонки для поддержания музычки, так сказать, тона рабочего. Здесь радиокомпоненты. Радиокомпоненты также и здесь расположены у нас. В выдвижных ящиках у нас лежат приборы. Вот, например, ее терминал здесь лежит. Это тумбочка для деталей, эмуляторы, микросхемы и так далее, и так далее. Здесь все подписано. Вот такой вот стол, паяльная станция. Здесь у меня стоят приборы, которыми я пользуюсь. И они должны быть в чемоданчиках, чтобы не пылились. Дальше мы видим рабочий стол. Здесь, пожалуйста, блок питания. Давайте отключим, пока его нам не нужен. Компьютер. Здесь также находится вот такой вот стеллаж. Эти конфетки для клиентов. Блоки. Также лежат коробочки, готовы уже поехать в дальние города клиентов, которые нам присылали на ремонт эти блоки. Также стоит кулер с водичкой, зеркальце, в которое можно посмотреться. Здесь мы видим вешалки, можно повесить одежду. Тут стоит роутер, интернет. Вот еще шкаф. В шкафу здесь у нас разные химикаты хранятся. И вот она, приточная вентиляция, как я вам говорил. Вот эта труба идет. Она идет до самого низа. Заканчивается она вот таким вот
окошечком, которым можно регулировать приток воздуха. Так что воздух здесь все время обновляется. Также сделаны инфракрасные теплые полы. Сейчас выключим свет, увидим. Вот такой вот выключатель. Можете регулировать. Этот выключатель еще и Wi-Fi. То есть с телефона можно управлять теплым полом. Дальше мы смотрим жалюзи. Вот, пожалуйста. Жалюзи из натурального дерева. Это орех. Запах в комнате очень классный. Здесь же вот у нас принудительная вентиляция. Можно ее включить. Вот сейчас пошла вытяжка работать. То есть воздух у нас оттуда поднимается наверх и циркулирует, постоянно обновляясь. Также у нас есть здесь лампа, которую мы включаем. И, пожалуйста, проводим операции на столе. Это как раз для хирургических вмешательств лампа. Стоит она с охлаждением, светодиодная, очень мощная. Разглядеть мы можем все. В принципе, вот такое рабочее место радиоэлектронщика. Ну, здесь стол, естественно, тоже инструменты для пайки, что ближе всего. Всевозможные тестеры, провода. Все лежит на своем месте. Вот если будет желание, можете сами такой вагончик себе создать. Это все сделано из качественных ПВХ панелей, потолок. То же самое и стены. Панели только качественные. За панелями тройной утеплитель плюс пленка, пароизоляция. Наверху крыша залита полностью, развернутые рубероиды и полностью залита гудроном. Так что вода сюда не протечет. Вот такой вот вагончик, вот такое вот рабочее место вы можете для себя сделать сами. Да, кстати, про диванчик сейчас скажу еще. Диванчик у нас поднимается вот таким вот образом. И тут еще всякого барахла полно. Здесь у нас всякие принадлежности. Диванчик мы закрываем. Итак, всем всего самого наилучшего. Хороших клиентов, много интересной работы. А самое главное, крепкого-крепкого здоровья и хороших кабинетов для работы.